Это телеканал Шоп-н-Шоу, который сегодня вам предлагает советское производство. Вы не ослышались, именно советское, которое сейчас, ну, невозможно сыскать. Я имею в виду про качество, а про качество вам расскажет Надежда Исайкина. Оля Гридунова тоже сегодня с нами. И, конечно, мы поговорим с вами и о качестве, и о разноцвете. Посмотрите, сколько ярких цветов мы готовы привнести в ваш летний гардероб. Для тех, кто любит разнообразие в оттенках, мы начинаем блуза топ вербена. Слушай, да. Давай я сразу цвета назову, чтобы, может, кто-то уже звонит и заказывает. Давай, пусть магазины завидуют, что такое количество цветов просто возможно разместить. Бордовый, красный, малиновый цвет, сиреневый, василек, бирюзовый, небесный, молочный цвет, это не белый, а нежный молочный, и Оля заканчивает эту линейку серый и черный цвета. Черный цвет. Да. Называется блуза топ вербена. Стоит этот топ, Надя, 999 рублей. Я считаю так. Нужно брать не один, сразу несколько цветов. Ну, черный обязательно, белый, быть может, тоже. И обязательно нужно подобрать какой-нибудь цветной. Ты права, я вот полностью с тобой согласна. Из цветных у нас есть красная гамма, есть фиолетово-голубая. Какую выберут наши телезрители? Давайте посмотрим. Дело в том, что и красные, и сиреневые цвета у нас есть чем сочетать. Чуть позже будет юбка мерзкая. Чего-то, давай прямо сейчас вот раскроем секрет, расскажем готовый образ, который прямо сейчас уже наши телезрители могут заказать. Давайте посмотрим, это топ вербена, правильно, Надь? Да. А сочетается топ вербена красного цвета с юбкой мерсье. Черного цвета юбка. Друзья, записывайте, пожалуйста. Всегда рекомендую записывать номер лота. Давайте посмотрим на блондинку. Есть сиреневый топ у нас. Мы на Любу сейчас акцентируем внимание. Серебряный топ вербена. Это, смотрите, какой чистый цвет сирени. В сочетании с юбкой мерсье фиолетовых оттенков. Помнишь, да, Наденька? Если мы заказываем на сумму 4900 рублей, то экономим на бесплатной доставки. Что тоже немаловажно. Конечно. Давайте посмотрим детали на топе. Я хочу вот сейчас предложить вашему вниманию яркий красный цвет. Давайте возьмем его из нашей линейки. Покажи. И хочу показать вам все нюансы. Посмотри, Оля, здесь у нас нарядный воротник а-ля водопад. Почему он так называется? Я думаю, ты видишь прекрасно, что здесь имитация волн. Водопад, да. Да. Очень часто этот воротник используют именно в вечернем платьях. А здесь у нас в повседневном топе. Ну что ж, а спинка, Оля, очень удобная. Знаешь, чем? Тем, что здесь все достаточно закрыто. Посмотри, горловина закрыта. Что касается проймы, она тоже очень глубокая. И вообще сам топ, вот, посмотри, Оль, тянется. Так что у тебя, я знаю, пышная грудь. Я тебе рекомендую топ вербена. Ты знаешь, кто-то говорит, что это хорошо, а для меня это целая проблема. Приходя в магазин, да, когда я меряю на себя неэластичные, примеряю ткани, я не могу в них протиснуться. Это правильно. Очень важно, чтобы ткань для меня лично тянулась, потому что я обладательница пышной смотри, груди. Если у вас такие же проблемы, обратите внимание на топ. Если у вас пышная грудь, непременно заказывайте именно этот топ. Универсальное изделие, представленное в 10 цветах на выбор. 999 рублей. Слушайте, ну по такой цене доступный, да еще и по такой скидке в 500 рублей нужно заказывать сразу несколько топов. Знаешь, Наденька, я хочу тебя немножко дополнить. Вот знаешь, чем мне нравится водопад? Чем? Вот я не умею подбирать украшения. Ну, не дано мне это. Ну, во-первых, ты закажешь топ, получишь подарок, серебряную цепочку, ты можешь здесь ее носить. Здесь достаточно глубокое декольте, поэтому ты можешь смело выбирать абсолютно любое украшение на шею. Может быть, жемчужную нить, хоть короткую, хоть длинную, потому что у нас позволяет декольте. Слушай, мне кажется, можно вообще без украшения обратиться. Можно. Потому что здесь водопад. Смотри, как украшение. Да, можно без украшения. Я хочу показать телезрителям и тебе, что это 48 размер. Угу. Смотрите. Ух ты. 48-й. И это веду к чему? Хорошо. Что у нас абсолютно хорошая полнота размерной сетки, поэтому вы можете смело заказывать свой российский размер. Топ абсолютно из качественной ткани, то есть непрозрачная, плотная, эластичная ткань масла. В основе, Оля, вискоза. Давайте покажем, потому что это важно. Вот наши девочки сейчас выбирают, вот знаешь, бывает просвечивают белье, например, контурируется белье. Так вот здесь этого не будет. Посмотрите, насколько он плотный. Хорошая плотность, красивый водопад, изящный. Смотри, как он в складки собирается. Конечно. То есть здесь достаточно ткани, чтобы украсить и действительно не носить украшения. Ну и потом, Наденька, я считаю, что это самая универсальная модель. Знаешь,
знаешь, вот когда зимой идешь на ту же работу, у нас иногда бывает так жарко, когда топит батареи. Хочется снять что-то. Да, хочется в маечке оказаться. То же самое, можно сказать, и про лет. Естественно, именно такая вариация без рукавов будет нас спасать самую лютую жару. Согласна. Универсальное приобретение в ярких цветах для тех, кто предпочитает яркие оттенки. Знаешь, Надь, наверняка у тебя тоже дома есть какая-нибудь юбка, брюки неожиданного цвета, под который ты давно не можешь подобрать себе верхнюю одежду. Безусловно, конечно же, есть у каждого, кто-то когда-то купил какой-то яркий низ и не знает, какой же топ теперь подобрать. Я рекомендую топ блузу вербена, потому что это действительно и топ, и блуза два в одном. И есть цвета синий и сиреневый, есть цвета в красной гамме. А вы уже сделали свой заказ? Кстати, напоминаю, что вы на нашем телеканале можете воспользоваться образами, которые составили наши стилисты телеканала. Но все-таки люди старались, люди подбирали, надо их поддержать. Я хочу сказать, что стилисты, услуги стилиста стоят денег, причем не маленьких. Идешь в магазин и помочь некому. К продавцу не обратишься, а здесь мы подбираем образы и даем советы.